Это Антоха? Антоха. Да, Антоха. Тапок рекламу. Далеко тебе. Рекламу киньте кто-нибудь. Я кину. Ну-ка, что, не наша попутка загрузила? Оп. Спасибо, я записал. Что такое? Что? А, я перевернул негативчика. Мышь проспала. Впереди туннель, возможно, лаги. Это я говорю про себя, да, Хейт? Да, Хейт. Чмок, ну не спать, цыки. Вначале полная остановка. Перед туннелем. Что там, кто-то разложился? Массовая авария. А тапка назад. Виновник тапок. Что, жрите смешные? Что такое-то? Ну! Челика, тормозите, тормозите, тормозите. Так, тормозите. Ой, ой, ой. Ну там как бы авария, мы едем в сотку. Сбрасываем, стоит. Пацаны, теперь все дружно у замыкающего разрешаем. Просто спрашиваем разрешение присоединиться к колбу. На развязке берем правее, поднимаемся наверх. Поворачиваем налево. Можно встать на свое место? Вставай. Савер. Че? А ты вчера был, когда меня это? Алкрай меня перемещал. Да, да. Ты же это слышал, да? Да, конечно, слышал. Девушка без прав. Кидай рекламу. Я так делал, тут совсем не будет. Ебать, блядь, лох, твою мужу. Май, тум-тум. Негативчик, сохранись. Ты ебанутый, что ты кряхтишь, блядь? В смысле, типа, если ты... Подожди, в смысле, ты записываешь и не можешь сохранить или что? Дело не в этом, у меня просто нет кнопки быстрого сохранения. Ну все нормально, наверное. Да я поставил, у меня тоже ничего не было. Я нечаянно, я не думал. Блядь, минус негативчик опять. Че, минус негатив, серьезно, что ли? Нет, а меня не помяло, вообще. Это же Вольво. Я даже написал Вольво сейф лайф. Поехали. Поехали на заправочку. Че ты, блядь, ты заправлялся? Папа, сын и приемный. Че? Папа, сын и приемный. Ну я батя негатив, сына ты приемный. Нет. Вольво приемный, ты новенький же, ты же. Пошел сын. В жопу, блин. Приемный, блядь. Слышь, Сойер, сейчас, погоди. Лонка, знаешь, кем ты будешь в армии? Кем? Связистом. Потому что ты приемный. Ну и на орду, да? Куда, блядь, тесним меня, блядь? У меня запись не было. Ну типа, когда стоял на светофоре, нажал. Зачем? Че там ты? Да тут чувак передо мной прям повернул. У меня зеленый загорелся, начал трогаться, он мне едет сигнал, и ты поворачиваешь передо мной. Типа, потом... Что боял? Запись остались. Че, смотри, у этого Шкода зеркала охуевшие какие-то, блин.
На нахуй, давай по-нормальному. Тебя ушатали, нет? Не-не-не, там чел вылетел. Я видел, меня записалось, это в зеркале. А ты Rockstar слушаешь? Rockstar это чё? Ну это Post Malone. Бля, может это знакомо. Я не запоминаю эти группы, типа. Я просто слушаю, мне фига ты там. Ещё и чел вышел. Чел лагает. Эй, блядь. На, нахуй. Я заплышал сейчас. Ух, ебаный в окно. Ебать. Ух ты ж, ебать. Хера тут кура улетела. Profile name, блять, заебись. Образом, ну, в принципе, можно будет потом съездить купить. Да, да. Кольцо используем, третий съезд. Прохисовались, кстати. Ебать, тут чел прохисовал. Это странно, слышь, раньше всегда... Заранее прохисовывалось. Ебать в рот, что это вообще? Твою мать, блядь! Какого мать твою хера, блядь? Что? Едь по левой полосе. Я еду. Тут ДТП, что ли? Не пойму. Чё за хуйня, бля? Там чел на скане, короче, на неправильный полосу доехал. Пизда, мы тут выезжаем, блять, а он нас заблочился. Фига тут у чела грузовик, короче, четырехколесный, он поворачивается, вообще не физично. Ты шахишь, да? Да, так у меня тоже так, у меня же много колес. Там, блин, там же поворотные оси, которые две передние. Они вроде как помогать должны. Охуеть! Пиздец, блядь.